вчера уже было показано. Таким вот образом обхватывается шар. И во время этого происходит движение. Первый шаг на первый счет. Вес переносится на правую ногу пяткой. Пятка как бы поднимается, стопа, и совершается вот такой вот разворот. В это время плечи и руки, они не двигаются. В это время двигается только поясница. Первый счет. Два. Три. Центр тяжести тела держать нужно. После этого центр тяжести переносится на заднюю ногу, поднимается нога. После этого нижней частью живота, вы пытаетесь нижней частью живота сделать вдох. Профессор обращает ваше внимание на то, что вдох делается не грудью, а именно животом. После чего нога разворачивается вот таким вот образом. Центр тяжести переносится на переднюю ногу. Все движение выполняется поясницей, а не плечами и руками. Зафиксирую кончик ноги задней таким вот образом. После того расслабить, поставить пятку на пол и опустить. Вот в момент вдоха здесь, вот на этом движении. После этого отдыхания думать не нужно и стараться как бы сделать вдох и содержать его, думать о расслаблении. Расслабление, расслабление. После чего опять поворачиваетесь поясницей. Первый раз вы делаете первый вдох и потом продолжаете нормально дышать. Потом на этом движении вы опять делаете вдох. Опять поворачивается нога, продолжается движение. Вот в этот момент расслабление, поворот. Расслабленный.